Состоялся творческий вечер известного писателя, драматурга, публициста Елены Алимжана Айнсырнан Анажарга. На мероприятии были представлены сцены из жизни писателя, внесшего значительный вклад в культуру казахского народа. Стоит отметить, что организатором выступило литературно-творческое объединение «ЖАС» при Тарасском региональном университете. В произведениях писателя Елены Алимжана отчетливо прослеживается художественное выражение актуальных проблем периода прошлых лет. В драматических произведениях писателя заложены вечные противоречия и конфликты. Одним из них является роман «Анажар». Благодаря данному произведению драматург стал обладателем международной премии «Алаш». У каждого времени есть свои хорошие и плохие моменты. С определенными трудностями сталкивались люди. Эта тема вечная. Тараз педагогикалық институтының тәрбиелеушілері үшін. Каждое произведение Елены Алимжаны имеет нравоучительный смысл. Но особо хочу отметить «Анажар». Для студентов нашего вуза это очень поучительное произведение, ведь оно точно описывает все те моменты, с которыми сталкивался наш народ. Нашей молодежи есть чему поучиться у его произведений. Стоит отметить, что литературно-музыкальный вечер имел значительный вес. Как подчеркивает сама молодежь, в мероприятии было много полезной информации воспитательного характера. Молодежь изучает произведения Елены Алимжана. Много полезного можно вычерпнуть из его романов, как вести себя в той или иной ситуации. Задавали вопросы, было очень интересно. Лично для меня это отличный опыт. Вечер прошел на высшем уровне. Елена Алимжан начал свою трудовую деятельность на телевидении. В разные годы трудился в областных и республиканских изданиях. Его первый рассказ «Ансара» вышел в свет в сборнике молодых писателей Казахстана «Таңғы шық». Затем были опубликованы повести и рассказы «Оралу», «Корпкель». С творчеством Елены Алимжана знакомы и зарубежные читатели. Его произведения переведены на русский, турецкий, кыргызский языки. Елена Алимжан – член Союза писателей и Союза журналистов Казахстана. Награжден орденом Хурмет. Алтын Шонгараева, Азат Байтимир, Айкын Ақпарат.